Это завсёды хвалюючий момент. Развитание из навчальной установы. Сегодня стены лицея покидают еще 46 человек. Для их этот день, до речи, запомнится и по еще одной причине. Сегодня-то у лицея юбилейный, 10-й выпуск. Лицей Министерства по надзвичайных ситуациях створили у мая 2004-го. За минулый час его выпускниками стали около 400 человек, 90% за яких протягнули в учебу у высших навчальных установах. Кем станут сегодняшние выпускники, станет ведомо позднее, а покуль они отримают аттестат об агульной средней эдукации. У лицеях это не просто урочистая церемония, а напрацаванный годами ритуал. Завтра они снимут форму с погонами и перепрануться в звичайное одение, але еще долго будут лечить себе наученцами специализованного лицея при Университете громадянской обороны, установы, якая заявляется гонором Министерства по надзвичайных ситуациях. В целом уровень достаточно высокий, и база прекрасная для обучения, для занятий спортом, и проведения досуга, и культурные программы проводят серьезные. Так что я уже не буду озвучивать, сколько здесь победителей всевозможных и учебных каких-то олимпиад, и спортивных мероприятий. Досягнение навученцев лицея – это у тымлику 2 года запар прозовое место у республиканском турнире «Золотая шайба» и летошняя перемога у складе сборной на чемпионате света по пожарно-прикладным спорте. Тем, до речи, гонорация не только сами воротовальники, а и вся область. У свой час лицей был створен по инициативе Гомского облаканкама. Только за последние 10 годов с бюджету на его развитие было выдаткованно больше 50 миллиардов недоминованных рублей. За эти сроки побудовали спортивную залу и бассейн, адрамотовали в учебные и жилые корпуса. Зараз термин навучання у лицея 5 годов. Подчас выпускного лицеисты узгадывают, какими они пришли сюда и сами не верят. Настолько великие змены. Я помню, у меня были очень большие щеки. Потом мне не нравилась строевая. Ну а так, я не знаю, не помню, кем пришел. Лицей меня очень сильно изменил. В лучшую сторону, в первую очередь. Выпускные у специализованном лицее при Университете громадянской обороны протягиваются 45 хвилин. По великим рахунку, это опошний урок сегодняшних выпускников. Яны щиро радуются закончению учебы и всеми силами мкнутся стримать слезы от необходимости развитания с установой и сябрами. В осенью у лицея придет новый набор. У этом годе на первый курс меркуется залечить 60 человек. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».